Универсиада 2019. Спортивных событий такого масштаба в Сибири еще не было. Красноярск. 11 дней марта 2019 года. Всемирные зимние студенческие игры в Красноярске станут одним из самых ярких впечатлений для каждого, кто к ним прикоснется. Свидетелями эстафеты огня Универсиады станут сотни тысяч людей на улицах городов России и миллионы телезрителей. Более 3000 выдающихся молодых атлетов со всего мира сразятся за награды студенческих игр в Красноярске. По числу участников и количеству комплектов медалей Универсиада в Сибири станет крупнейшим в мире спортивным событием зимы 2019 года. Трибуны спортивных объектов Универсиады примут около 300 тысяч болельщиков. Более 50 тысяч человек станут участниками мероприятий культурной программы Универсиады и зрителями церемонии открытия и закрытия игр. Трансляции со спортивных баталий в далекой, снежной и для многих загадочной Сибири увидят около 1,5 миллиарда телезрителей по всему миру. Они надолго запомнят эти дни. Дни снега и льда, дни страстей и побед. Дни, которые войдут в историю российского и мирового спорта. Россия. Сибирь. Красноярск. Зимняя Универсиада 2019. Добро пожаловать в зиму!